Мне было 21. У меня на 10 лет младше. Ну, нормально все, слава Богу, с Божьей помощью. Познакомились. Ну, как сказать? В Новый год собрались зоотехники, парни, и медсестры. Раньше кослали. Вместе с зоотехниками потом на полгода уходили, и вот она со мной решила прокослать. Внимание обращал на девочек, а внутри ничего не было. А я только как увидел, внутри как-то ёкнуло, вот, честное слово. Она давай брыкаться. Ну, недолго. Ну, у него все было нормально в жизни. Вот все это мне понравилось. Это в 70-м, в 70-м осенью у нас была, ну, небольшая, скромненькая такая вечеринка. Ну, она уже была замужем и не захотела, чтобы... Была. А я согласился, чем это? Лишь бы она была со мной. У нас 11 внуков и одна правнучка. Двое детей, вот Валя и Женя. И от них 11 внуков. Я радуюсь им. Радость внукам, радуюсь. Да, взаимное понимание. И все. Да, да, и, да, и уважение друг к дружке. Да. Самое главное. Самое главное. Да. И скрепили еще дети. Они у нас очень хорошие. Дети хорошие.